На всероссийских соревнованиях памяти брянских партизан приняли участие более 500 спортсменов со всех регионов страны. Достойный уровень подготовки показали воспитанницы Звенигородской спортшколы. Девочки выступали в трех квалификациях. По программе кандидата в мастера спорта Валерия Селютина заняла второе место в многоборье и собрала отличный урожай медалей в финале на отдельных видах. Любовь Галюжина завоевала первое место по программе мастера спорта. Золото в финалах на прыжке, брусьях и вольных упражнениях, а также бронзу в упражнениях на бревне. Светлана Гурская заняла первое место в упражнениях на бревне.